13 ноября в Центре культурных инициатив «Югр» в честь Всемирного дня незрячих прошел настоящий праздник. Это точно, я там, кстати, была. И прямо вот скажу тебе, что это нечто. Школьники говорили важные слова. Гостям праздника показали фильм о том, как правильно общаться с людьми с плохим зрением. Ну и завершилось все интереснейшим квестом. А теперь внимание на экран. Такие акции несут в себе большую смысловую нагрузку. Можно сказать, что устраиваются они не столько для самих незрячих, сколько для тех, кто в силах внести в их жизнь светлые моменты. Любой выход незрячих людей в общество – это способ показать миру то, что незрячие люди – такие же равноправные члены общества, как и мы. И здесь вот на этой площадке представлены различные виды деятельности незрячих людей и то, чем занимается наша библиотека. Именно для гостей незрячие совместно с сотрудниками библиотеки имени Брайля подготовили фильм, цель которого – рассказать о том, как правильно общаться с особенными людьми. Например, если вы захотели помочь незрячему перейти через дорогу, без спроса брать его под руку не стоит. Такой, казалось бы, акт доброты может быть расценен как грубость. Достаточно просто предложить свою помощь. И не удивляйтесь, а тем более не оскорбляйтесь, если ее не примут. Такие люди привыкли быть самостоятельными. Нужно надеяться на себя, так будет лучше, нежели ждать от кого-то помощи. Потому что человек потом начинает лениться, думает, а мне вот этот поможет, тот подскажет. Завершилась акция квестом, где гости решали тактильные загадки, осваивали шрифт Брайля и даже по-новому взглянули на привычные настольные игры, чтобы любой смог понять, как это – жить на ощупь. Первое, что бросается в глаза, это вот клеточки опущенные. Ага. Это для того, чтобы их можно было как бы на ощупь определить и прочее. А вот эта резьба, это как раз позволяет определить цвет. Ага. То есть незрячий понимает, что вот это шашки одного цвета, это шашки другого цвета. Я не знаю, что это. Что-то непонятное. Это спортивка. Спортивный инвентарь? Да. Это лыжи. Лыжи? Одна сломанная? Да, одна сломанная. А это часть загадки? Да.